хорошо, плодотворно работаем. То есть в команде все на позитиве. Сейчас больше работаем с мячами. Ну так все хорошо, он травмированный, уже начали тренироваться. Это самое главное, чтобы без травм, чтобы все были в составе. То есть как бы, ну, радуюсь, что все в строй попали, а так все хорошо. В субботу провели очередные спарринги, сыграли второй, номинально второй состав выиграл, номинально первый сыграл в ничью. Вот как впечатление от вашей игры и от той, которую смотрели на Бровке? Не, ну вот первая игра, ну это вообще неплохо, ну вот, ребята двигались, контролировали мяч, а у нас как бы, ну мы могли бы лучше сыграть, первый тайм как-то начали так вяло, второй уже получше, больше контроля было, ну мало моментов, что единственное, что плохо, а в общем, ну второй тайм, я считаю, ну неплохо мы провели. Осталась неделя в Харькове работать, чуть больше, сыграя несколько спаррингов, потом будет Турция, вот физическая форма, можно сказать, что уже близка вот, к оптимальной? Да, конечно, то есть много набегали, много хорошей работы сделали, то есть физически как бы уже неплохо чувствую. Ну, это, если лично по мне, то как бы, ну, физически уже хорошо, то есть... Уже в Турции, уже, я думаю, больше будет так, ну, с мячами все. Но я думаю, мы хорошо уже как бы на данном этапе, ну, подготовлены. В голове уже где-то держите игру с Днепром-1? Понятно, что еще время есть, но тем не менее. Не, ну, конечно, ну, я, ну, во всяком случае, еще рано как бы об этом думать. Ну, где-то в голове надо держать мысль, что как бы, ну, первая игра, она очень важная будет. То есть как бы за 6 очков придут много людей, я надеюсь. То есть, причем мы играем дома, нужно показать хорошую игру. Ну, вот сейчас уже нужно тренироваться и с этой мыслью. И как бы максимально работать на тренировках, на каждых играх, отдаваться на полную.